Всем привет. Теперь берем, мы рисуем. Теперь все, ты все разделил. Вот так, правильно? Да, вот теперь смотри, от верхней, видишь, сюда к нижней. И вот так берешь и проводишь вот так вот. И вот как типа опять вот так вот. А! Сейчас. С чем? С совком. Вот так? Мама. Вот. Вот так? Да, и вот делай, короче, примерно вот такой круг. А. И чтобы тут тоже такой ты был. Ты не испортила круг. Все. Нет, вот так вот делай. Я это... тебе один покажу и все. Все. А, я все, я кушаю. Теперь вот это, вот до этой точки. Мне не интересно. Ты просила, теперь тебе не интересно. Ну классно, все, я научилась. Сейчас баба зовет нас. Сейчас приду. И веник кончиками пальцев меня касайся, касайся, касайся и царапайся и влюбляйся, но только кончи, кончиками это кто там так? А? Нет. Наоборот, чтобы видно не было. Я, короче, такую залипалочку рисую. Мама, больше... Можно, мама, я с тобой продолжу? Ну, где твой? Вот он, садись и продолжи. Дай мне вот этот карандаш, мне удобнее. Да. А мне дайте карандаш теперь. Карандаш. Ты куда-то унес его, сынок, и не принес. И что теперь, вот до вот этой точки? Смотри, от вот этой до вот этой? Нет, от вот этой по полосочке. Сына, холодно на улице? Да нет. Холодрига там, дыга-дыга, холодрига. Ну, это Алина, холодно. Вот смотри, а теперь продолжение не с точки, а вот с этого, да? Нет, именно от точечки ты вот так отходишь. Солнце, этот окно высвечивает. Может, сюда поставить? Так лучше. Вот так вот? Мама. Давайте уже стол освобождайте, уже ставим крупную. Мама. Нет. Ты должен идти вот в эту точку. А, вот давай сотрем. Вот Алина, ластик вот, есть? Вот так, ластик. Вот ну есть. Ты мне зачем делаешь? Вот, и... вот я стираю специально, ты ну, делаешь. Сейчас сотрешь. Где стерка? А ты и так не принесла, да? Что вы такие нервные? Ну, да. Потому что она берет, мне портит. Витя, это же рисунок всего лишь. Знаешь, как этот рисунок тяжело нарисовать? Ну, как огурцами пахнет. Без лука, Галь? Без лука. Блин. Так, ну-ка, я Алине не разрешаю, и ты не лезь. Один. Вот так, смотри, мама. От точки в точку, да? Смотри, как Алина на тебя посмотрела. А что за эти помидоры такие вкусные? Розовые. Как будто домашние. Которые... Ты сказала один. Ну, один помидор, один огурец. Нельзя получить сразу. Вот так, смотри. Угу. Правильно? Угу. Что, сейчас Дерёва приедет? Да. Вот баба так? Угу. Что, все в наших планах полетит? Угу.
хочется. Няня, я не буду. А тебя люблю. Петя тоже. Я не хочу, у меня фигня какая-то получается. Вот у тебя как-то ровно, у меня смотри. Потому что она уже... А, потому что первый. А когда ты много сделаешь, будет у тебя вид. Да нет, у меня видишь, как она отсвечивает? Я сильно давлю на карандаш. Ну и что там вообще на видео этим маркером делаешь? А как ты делаешь? Вот, вот от точки в точку, ага, поставила. И веду вот в эту точку. Можешь с моей рукой сделать? В эту, подожди. Вот в эту, прям вот так вот, видишь? Угу. Сюда. Сюда. И вот теперь по этой же линии, но вот так вот. Угу, все. Мою руку. Вот, допустим. А я не смогу так. Нет, теперь тебе давай нужно... большим карандашом. Вот так я держу. Вот, допустим. Так, носки уноси туда. Нечего тут. Валяться, скрываться, валяться, скрываться. А ты тут же делаешь, да? Все. Смотри, моя кошка тоже хочет быть в кадре. Все. Юля, ага. Смотри, сзади сидит. Мысечка, мысечка. Это мадам. Это мадам. Мадам. А Витя, как мы назовем котенка? Мама, мы его еще не взяли. Ближе себе поставь. Вот, делай, чтобы он такой вот кругленький был. Назовите, если мальчик, Путин. Путин? Такого как Путин? Вот так? А нет, девочка, точку, блин, вот. Да все, я сейчас выйду, все. Да, я доделаю. Нет, это мое искусство. Дай психованный. Стенку. Только что тут она была. Нашел. Я твое тогда опять начну доделывать. А он сейчас и там психанет. Нет, я не психую. Ну а как по столу учишь? Я не по столу. Вот, видишь, все, вот он, круглое получилось. Вот как он у тебя круглый получается? Потому что от точки к точку сначала вот такие продолговатые получаются, а потом, когда ты делаешь же из точки в точку, они у тебя вот так вот увеличиваются, получается круг. Ну вот смотри, вот, все, смотри, круглый. Вот, у меня опять не получилось. Как мне надо аж заводить? Вот, все правильно, смотри, нет, вот теперь ты вот так делаешь. Угу. Теперь ты делаешь вот так. Но оно же у тебя не в точку идет. Ну, потому что тут-то по-любому, ты просто представляй визуально, что вот до сюда ты доходишь. Все, я понял. Опс. Все. А еще, давай еще линию где-нибудь построим, вот сюда. Не надо, не надо, тут что-то другое потом будет по инструкции. Ты вот это вот, что тут постирал. Я понял, давай. Давай. И вот тут, да? Вот так. Ой, а ты вообще не в тут все. А. Вот, вот эту тебе надо доделать. Да, я сделаю, сделаю. Ты его засосала пылесосом, наверное. Вот так, смотри. Да. Хватит, мама? Нет. Васек! Еще? Что бабушка сказала? Да, сказала, что отвалился камушек, потерялся, и она его, кажется, взяла, и она пылесосом. Вот так? Вот это вообще классно. Ой. Да, да. Ты все закончил? Да. Дальше надо смотреть.